доктора Штайнца ожидают за этим столом. Увы, хэр профессор, могу только сказать, что сначала приборов было 8, но господин тайный советник велел 1 прибор добавить. Я ответил, простите, но он будет лишний. Тогда господин тайный советник заметил, ничего лишнего не бывает. Какая гадость! Сэр, и за один стол! Это профессор и шлюха за одним столом! Нет, это может повредить мои научные результаты! Нет, этого не может быть! Я никогда не поверю, чтобы одеться на столе. Это невозможно! Боже мой! Ни семья, ни гнездо растревоженных ос! Что вас так взбудоражило, дорогие родственники? Эрик как сумасшедший носится по саду, и вы здесь так кричите.